Ну и следующая история из курсантской жизни. Я вчера попался в самоволке, но неприятный случай, что здесь скажешь? Я ведь не хотел, но тут начальники как волки, им не объяснишь и не докажешь. Да я ведь не хотел, но тут начальники как волки, им не объяснишь и не докажешь. Никого обманывать не стану, убегать я даже не пытался. Я ведь уже как-то попадался капитану, и майору тоже попадался. Я ж неоднократно попадался капитану, и майору тоже попадался. Но по природе я не нарушитель, и люблю, чтоб все довольны были. Я же подходил к ним, я просил их отпустите, но они меня не отпустили. А я ведь подходил к ним, я просил их отпустите, но они меня не отпустили. А в нашей жизни часто так бывает, в город нужно просто до зарезу, а меня опять не отпускают, что же делать? Я опять через забор полезу. Раз меня опять не отпускают, что же делать? И я опять через забор полезу. Сладок плод запретный по причине по такой. Ходят в самоволку все подряд. Злостный нарушитель ходит, и курсант простой, и даже ленинский стипендиат. Долго объяснять тебе, что толку? Ведь давно, наверное, понял сам ты. Если не бывал ты в самоволке, это значит, просто не был ты курсантом. Если не бывал ты в самоволке, все понятно, значит, просто не был ты курсантом. Спасибо. Ну, кстати, мой инструктор Владимир Васильевич Мозговой, про которого песня про инструктора, вот он сказал, а я вот, когда курсантом был, я ни разу в самоволке не был. Так что, я говорю, ну, значит, это как раз то самое исключение, которое подчеркивает правило.